Всем привет! Я в магазине Fix Price, город Торск, остановка Линком. Смотрите, какие у нас есть новинки. Сразу видно, вижу затекшую краску, не очень качественно сделана. Пиала бульонная, 700 миллилитров, изготовлена из керамики. Мордахи у всех разные. Улыбающиеся, задумчивые, удивленные. Смотрите, какие полки угловые. За 199. Три секции. Полка угловая, евро, материал, полипропилен. Внутри ножки лежат. Еще в каком-то магазине я снимала, белые были такие. Смотрите, какие тазики. За 77. Таз овальный, 10 литров. Тюльянский район, Татарстан. Изготовлен из полипропилена. Еще в таком цвете. За 77. Еще тазик. Этот уже 24 литра большой. Вот смотрите, в сравнении с тем. Этот просто огромный. Также цветочки выбиты. И стоимость уже 199. Корзинки вот эти хорошие за 99. Разных цветов. С ручками. Корзина Ротанг овальная. Сделана из полипропилена, тоже Татарстан. А также имеются квадратные тазы. Вот такие маленькие ведерочки, большие. Тряпочки. Спокойной ночи, малыши. Нежные. За 55. Немножко появилось игрушек для котов. Мышки. Давно их не было. Никаких игрушек. Вот эти всегда, по-моему, были. И те пропадали. Но эту коту прям на 2 минуты отрывает моментально. Универсальный бокс, малый, 5-секционный. 1, 2, 3, 4, 5. 5 секций. И еще сверху дополнительная секция. 5 выдвижных, считает. И вот здесь можно что-то поставить. И здесь еще открывается. Отдельно. За 199. Есть синего цвета. И оранжевый, вот он немножко открыт, но все равно я не буду его до конца открывать. Очень удобный. 5 секций, все-таки не 3. И здесь еще открывается. И здесь можно ластики класть. Вот неплохие мини-боксы. Я прочитала мини-бокс мало. Это, наверное, просто мини-бокс. Но цена одинаковая, 199. Показываю разницу. Видите? Трехсекционные, даже 4, а это 5. Игровой набор. Питомец переноски. Опять у нас появились. Там собачка плюшевая. За 99 рублей. Так, кто здесь еще есть? А вот какая собачка. Или кошечка. Класс. Вот одной рукой даже могу справиться. Ребенок точно справится.
все. Розовую я, по-моему, такую уже показывала. 99 рублей. Маска крем шелк для волос. 250 миллилитров. Примула. Разработана совместно с экспертами японской косметологии. И такой бамбук. Сила и прочность. Для максимального результата используйте 4-ступенчатую систему. Скраб, маска, шампунь, бальзам и маска. За 77-250 миллилитров. Охунами. Мыло. Цитрус. Уникальная формула для эффектного очищения. Девяносто грамм. 18.30. Еще мыло туалетное. Американо Стронг. Могу неправильно прочитать. Кофе. 120 грамм. 55 рублей. Тут даже вот само мыло изготовлено как из зернышка кофе. Я так думаю, и аромат тоже будет кофе. 120 грамм, 55 рублей. Такое мыло с экстрактом энзимами. Удаление пятен. По-моему, я уже такое показывала. За 55. А вот шампунь, скраб я найти не могу, только маски. Значит, наверное, и не привезли. Какие кашпо. Горшок для цветов с прикорневым поливом, 4 литра. Есть бежевый, розовый, зелененький, мятный цвет. За 99 рублей. Размер 200×200 и 178. Изготовлено в России. Материал полипропилен. И вот такие огромные еще есть. Видите? Вот такой. Горшок для цветов с поддоном. 6,3 литра, изготовленные из полипропилена. Большие. И вот такие расцветки. За 99 и тот. Смотрите, какие появились. Рыхлители комбинированные. С деревянной ручкой. За 55. Маккофе, арабика. Утонченный, 100% натуральный растворимый сублимированный кофе за 55-40 грамм. Ветчина для завтрака. Смотрите, это что-то новое. Завтрак. Завтра на завтрак. Состав. Свинина, вода, мясо рубленное с замком за 77-325 грамм. Чай байховый, крупнолистовой, 180 грамм, большая упаковка, прям большая, за 77 рублей. Способ применения. А вот где состав? И вот состав. Индийский, крупнолистовой. О, это что такое? Лапша какая-то. Макароны, спагетти. Так, это, наверное, не то. Макароны, спагетти. Вот эти. 27,50. 400 грамм. Интересно, они гречневые, что ли?
сейчас посмотрим. Да, из гречки. Так что это не 27,50, это макароны, а это вот лапша. Сейчас пойду тоже узнаю. Такая с гречкой, а это... А это пшеничная мука. Да, 27,50. Это значит от них ценник все-таки. Гречневая и пшеничная. Кому понравилось видео, подписывайтесь на мой канал. Ставьте пальчики вверх. И не забывайте нажимать на колокольчик. Пишите комментарии. А я вас всех обнимаю и люблю. Пока-пока. Кому понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх и не забывайте нажимать на колокольчик. Пишите комментарии, а я вас всех обнимаю и люблю. Пока-пока!